Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопижано Самаюктам Винда Банам Манухарам Ванча Калпатару Вашаке Пасинду Певачу Патитанам Павуне Бхавишнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхайтагирим Ятки Патамаханга Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тусиде Бхипьявай Кесва Сача Шнавакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскитта Наранчайва Нараттама Девин Сарасватин Васам Татуджайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патрашо Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас падам сива виринчинутам сараньям, бхита тихам панутапалабхавадипутам, банде махапурусате чарунаравиндам, ятпадапаллаванакачандаманичатая, биспуриджитакамапикапавадушвадарши, пурнанурагарасасагурасарамурти, сарадхикамайкадакипам. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужау канука бодату Шанкиртаной капитару камала йотакшо Вишамбару диджабару джугадхарма палу Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодату Шанкиртаной капитару камала йотакшо Вишамбару диджабару джугадхарма палу Банде жагат приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Табам Бхагам Нараяно Прияманаṅга Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Санатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьясте Хиде Самбид Твам Нисинга Махам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Khyantira vyartha kalappam viraktir manasunnata asabandha samatkantha nama gane sadaruchi asakti stat gunakhyane priti stas vasati stale ittadai anubhavaha suryate unkure Bhavan kure janehe. Khyantir abhyartha kalattam viraktir manasunnata asabandha samatkantha nama gane sadaruchi asakti stat gunakshane piti stat vasati stale ittadai anubhavaha suryate bhavan kure jane. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагат Гуру сказал, any activities, in devotional line, all should be approved by Sarva Gosai. Что бы мы ни делали, должно быть одобрено, должно быть в соответствии с тем, чему нас учит Сваруп Гасай. Все, что мы делаем в Гаудия Бхаджане, прежде всего, должно быть одобрено Сваруп Гасай. Если он это не одобряет, это не может быть правильным. Этот момент, это понимание необходимо распространить повсюду. Тогда те, кто делает что-то неправильно, хотя бы задумаются. Прабхупад говорит, то, что мы делаем, называя бхаджаном, то есть имеется в виду то, что мы совершаем в преданном служении, должно быть подтверждено Сваруп Гасаем. Имеется в виду, должно быть в соответствии с тем, чему нас учит Сваруп Гасай. Потому что Сваруп Гасай является управляющим всего Гаудия сообщества. Сам Чайтанья Махапрабху назначил его на эту должность. Во время Гундича Мандира Марджани Махапрабху вместе со всеми преданными очищали храм. Тем не менее, Махапрабху был лучшим в этом очищении. Когда Махапрабху с водой отмывал храм, в это время один простой преданный принес ведро с водой и омыл водой стопы Махапрабху. Махапрабху сказал, зачем ты это делаешь здесь, напротив божеств? Для того, чтобы преподнести нам урок, он позвал Сваруп Гасая и рассказал, что случилось. Вот этот Гаудия, то есть этот преданный, напротив Бхагавана, прям при Бхагаване омыл мои стопы. Что мне теперь делать? Тогда Сваруп Гасай взял его за шиворот и вывел из храма как наказание. Затем преданный стал раскаиваться, пришел к Махапрабху, попросил прощения, предался его стопам. Тем самым Махапрабху указывает, что Сваруп Гасай является управляющим всего общества вайшнавов. Все раса-таттву, Рупа Гасай и Санатан Гасай получили от Сварупа Гасай. Махапрабху доверил всю раса-таттву Сваруп Гасаю. Об этом сказано в Чайтанья Чаритамрите. Если кто-то что-то и знает о раса-таттве в этом мире, знает от Сваруп Гасая. Сваруп Руп.
Таким образом, все, что бы мы ни делали, должно быть под руководством Сарупгасая. Если мы будем поступать, как нам вздумается, Махапрабху не примет нашего служения, не примет нас. Принять он сможет лишь, когда когда Сваруп Гасай одобрит то, что я делаю. Какое бы служение я ни исполнял, оно должно быть одобрено Сваруп Гасаем. В таком случае Махапрабху и Махапрабху примет его. Как мы знаем, Махапрабху хотел установить правила и предписания. Имеется в виду, было правило во время Махапрабху, что кто бы ни приходил к нему с какой-то написанной поэмой или статьей, прежде всего обращались к Сварупгасаю. Если Сварупгасай прочитал и не находил недостатков, не находил никакого отступления Сиддханты, он одобрял и позволял этому преданному прочитать написанное читание Махапрабху. Такое правило установил Махапрабху. Итак, первым слушал всегда Сварупгасай, терпеливо и внимательно проверяя, есть ли какая-то Сиддханта Вирот, есть ли какая-то раса Абхаз, отступление от философии, от Сиддханты, от истины. Если было что-то неточно, что-то неправильно, Сварупгасай отвергал и не позволял читать перед Махапрабху. Потому что он знал, что Махапрабху будет больно слышать это. Когда Махапрабху видел Сиддханта Вирот, то есть какое-то ложное изложение Сиддханты или раса Абхаз, раса Абхаз означает смешение рас. К примеру, Ватсаля раса никогда не может объединиться с Мадхурья расой. Если есть в писании, в поэме какое-то подобное совмещение, это было крайне болезненно для Махапрабху. Ему было больно слышать подобное. Именно поэтому он и установил такое правило, что кто бы ни приходил, ни с Браман, пандит, преданный, прежде всего они должны показать то, что они написали, Сварупгасаю. Хочу рассказать один пример, один случай. В одно из замечательного преданного приехал брат, который жил в Варанаси. Он обратился ко всем преданным, объявив: «Мой брат, великий пандит, вернулся из Варанаси, он обучился там ведам, веданте. Если вы позволите, мы можем собраться все вместе, и он прочтет нам Ведант, что-то из собственных сочинений». Его звали Гопал. Он попросил всех преданных, но Сварупгасай очень разгневался. Он сказал: «Глупец, ты же вайшнав. Как ты можешь позволить выступать какому-то майеваде,
перед вайшнавами. Как преданные это могут вынести? Сарупа Госвами очень разгневался. Таким образом, если были какие-то неточности в Сиддханте, Сварупа Госвами выявлял это. Как мы знаем, в нашем обществе преданных необходимы правила и предписания. Уже давно я рассказывал о Гаудия Вайшнава, Виша Вайшнава Сабхе. Виша Вайшнава Раса Сабха. Каков ее смысл? Я объяснял это, кто может быть членом этой Сабхи, кто может ее возглавлять, насколько строгие правила. Не каждый может занять главенствующее место, лидирующую позицию. Как мы знаем, Джива Госвами Пад был последним возглавляющим, последним лидером Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Тем самым я хочу сказать, что то, что происходит в наши дни в обществе преданных, должно быть под руководством Дживы Госвами. Должно подчиняться Дживе Госвами, потому что он абсолютный авторитет. Он тот, кто может наказать за неправильные действия. Он проверяет, он следит за следованием, за точностью следования преданных правилам, предписаниям и выявляет ошибки. Но в наше время нет никого, кто бы это в действительности делал. Кому могли бы подчиняться все? Именно поэтому сейчас очень опасное время. Сегодня я начал с этой шлоки. В которой говорится, что если и есть какая-то, казалось бы, существенная причина для беспокойств, преданный остается спокойным. И такое состояние называется кьянти. В действительности, преданный способен на это, когда он достигнет стадии Парамахамса. В таком состоянии, на таком уровне он не будет терять ни секунды в своей жизни. Когда преданный постоянно памятует о Сиддханте, о Гуру, о Вайшнавах, о Дхаме, о лилах, о спутниках Господа, не теряя ни секунды даже во время сна, его сны связаны со служением Кришне. И такое явление называется Аварта Калатхам. Эти строки о Сварупе Госвами. Рагунат Госвами никогда не отдыхал. Он предлагал поклоны 2000 вайшнавам. Можете вы так делать? Вы 10 предложите, и уже вам уже плохо себя чувствуете. А он предлагал 2000 поклонов. И повторял 2 лакха святых имен. Трижды принимал омовение и постоянно памятовал о лила Господа. То есть Рагунат Дас Госвами был великим пандитом, так же, как и Сварупа Госвами.
Таким образом, этот уровень очень высок. Мы стараемся служить. Тем не менее, наше служение, то есть мы пытаемся посвящать время преданному служению. Мы повторяем Харинам. Тем не менее, время, которое мы выделяем, осквернено Майей. Материалисты обращаются к Бхагавану и говорят: если ты придешь к нам в чистой форме, мы не сможем тебя принять. Поэтому приди, пожалуйста, смешавшись с Майей. Иначе мы тебя принять не сможем. Но Бхагаван не может прийти вместе с Майей. Он приходит в чистой форме, потому что там, где есть Бхагаван, нет Майи, а где есть Майя, там нет Бхагавана. Рупа Госвами говорит, что это моя заключительная сиддханта, итоги того, что я хотел вам сказать. Это мое последнее наставление вам. Постарайтесь задействовать все свое время в служении Кришне. Памятуйте о нем. Совершайте служение Ему постоянно. Таннама Рупа Бхагаван. То есть облик Бхагавана, качество Бхагавана, его лилы. Необходимо помнить и медитировать на это на протяжении всего дня. Ни на секунду нельзя отвлекаться от Бхагавана и тем самым впустую тратить время. Сукиртанами. Мы должны помнить о Бхагаване, о его имени, о его форме, спутниках, дхаме. Тем не менее, это необходимо делать под руководством чистого Расика Бхакты, того, кто действительно обладает расой. Махапрабху объясняет. Что если вы встретите преданного, который наполнен расой, Адвайта Гасай хотел получить расу от Мадхавендра Пурипада. Это была своего рода лила. А Рагунанда Гасай хотел получить расу от Сваруп Гасая. И точно так же мы должны найти того, кто обладает ей. Мы ждали кроры жизней, тысячи, миллионы жизней. Мы рождались и накапливали сукрити. Но даже спустя миллионы жизней нет никакой уверенности в том, что мы встретим такого вайшнава. Возможно, мы уже накопили очень много сукрити. Тем не менее, его может не хватить, чтобы встретиться с таким Расика Бхактой,
с таким бхактой, как Мадавендра Пурипат, Ишвара Пурипат, Сваруп Гасай и Рай Рамананда. Как танцевал Махапрабху? Он говорил. Когда я вышел с Южной Индии, Сарвам Бхаттачарья сказал мне: «Прабху, ты пойдешь мимо Рай Рамананды, поэтому зайди и познакомься с ним. Он настолько великий, преданный, обладает такой расататвой». В то время Сарвам Бхаттачарья полностью уже изменился. Он уже осознал расататву. Он уже перестал быть майвади. Поэтому он посоветовал ему встретиться с Рай Раманандой. Точнее, Махапрабху советует. Махапрабху встретился с Рай Раманандой. Благодаря этому у нас есть Рай Рамананда Самвад, который наполнен расой. И Махапрабху благодарит Сарвабхаума Бхаттачарью за то, что он указал ему, посоветовал. Посоветовал встретиться с Рай Раманандой. Благодаря встрече с ним я осознал расататву. Впоследствии Махапрабху хотел распространить расататву среди всех преданных, но в соответствии с уровнем преданного. Тем, кто был способен ее воспринять. Итак, Рупа Госвами дает наставление, что мы не должны терять ни секунды. Это поможет нам, в конце концов, обрести нитья севу в трансцендентном мире. Виракти означает отречение. И нужно серьезно относиться к этому моменту, потому что сухое отречение. Вайрагия полностью запрещена. Виракти означает, что вы не должны наслаждаться чем-либо в этом материальном мире. Когда у вас пропадет вкус к чему бы то ни было здесь, в материальном мире. Пять этих перечисленных объектов, к ним, за ними бегут все люди. Все в этом мире бегут за этими пятью объектами. Так вот, когда у вас пропадет вкус к мирским наслаждениям, это очень хороший признак. Когда никакие материальные удовольствия не будут радовать вас, привлекать вас. Когда мои глаза больше не хотят наслаждаться красивыми видами, уши перестанут желать слышать
мирские звуки, материальные разговоры, когда мой язык перестанет говорить на мирские темы, когда язык мой перестанет желать вкушать что-то помимо Махапрасада, это замечательный признак. Когда глаза будут желать видеть лишь Вриндаван, когда мои глаза, поются в киртане, горят, я хочу увидеть красоту Вриндавана. Это говорит Наротам Дас Такур. Когда же Нитай Чандра прольет на меня свою милость, чтобы я почувствовал отвращение к материальным наслаждениям. Когда мое сердце станет настолько чистым, что я буду желать лишь увидеть Вриндаван. Посмотрите, Наротам Дас Такур поет, он «Я хочу увидеть Вриндаван». Несмотря на то, что он получил инициацию во Вриндаване, он обучался у Джива Госвами во Вриндаване и пишет, что «Я хочу увидеть Вриндаван». Это означает, что он его не видел. В действительности он указывает на то, что увидеть Вриндаван крайне сложно. Это невозможно сделать материальными глазами. Материальными глазами возможно видеть лишь мочу испражнения этого мира. Так вот, когда у нас пропадет, абсолютно пропадет вкус к материальным наслаждениям, как говорит Рупа Госвами, когда я обрету вкус к лотосным стопам Кришны, в тот момент, мой ум полностью переменится. Мне больше не будет хотеться никаких материальных наслаждений. Я не буду стремиться к общению ни с мужчинами, ни с женщинами. Когда в моем уме возникнет воспоминание о материальных наслаждениях, я плюну на них, мне захочется плюнуть на них. Посмотрите, что такое Кришна Баджан. Попытайтесь понять. Таким образом, вайрагия, отречение — это не шутки. Каждый может заявить, я вайраги. То есть я отрекся. Но где подтверждение этому? Как я рассказывал историю, в Чайтанья Матх приходил, казалось бы, с внешней точки зрения, великий отреченный юноша. Но когда он увидел Прабхупаду, как Прабхупад пошел в поля, чтобы сделать какие-то расчеты, сколько было собрано урожая, сколько было недочетов, он сделал вывод, что Прабхупад не является саду, потому что он занят какими-то мирскими вещами. Но на основе этого не делаются выводы об отречении человека, личности. Настоящая вайрагия — это юкта-вайрагия, сбалансированное отречение.
когда мы умеем задействовать все, что у нас есть, с пользой задействовать. Допустим, вот замечательная палочка, которую я могу применить в киртане для Кришны. Ткань я принес, чтобы постелить, для того, чтобы рассказывать харикатху. Даже свое тело, даже свои одежды, сумку, я должен задействовать в служении. Все, что я не вижу. Так вот, если я все, что у меня есть, займу в служении Кришне, это и будет совершенное вайрагья, совершенное отречение. К примеру, когда вы готовите для преданных, готовите для всех, но сами не вкушаете. То есть настоящие преданные готовят для преданных, а сам не наслаждается этим. Поэтому и поется в киртане. Похоже, вы до сих пор не знаете о том, о чем говорится здесь. Что там сказано? Каково значение? Тот гуру, кто готовит много-много всего и предлагает Гирираджу, Бхагавану, а затем кормит преданных, приглашает всех и раздает им просад. И он испытывает наслаждение, смотря как преданные вкушают. Таково настроение гуру. А сам он не хочет вкушать. Он счастлив, видя, как преданные вкушают. Такова гуру таттва. А если кто-то думает, что я буду есть одни сухари, ночью не буду спать, это не вайрагья, это не отречение. Прабхупад вновь и вновь говорил, цитировал одну шлоку. В ней говорится, что бхакти-йога принесет успех при условии, что у вас не будет, вы не будете отвергать ничего, ничего, что окружает вас. У вас не должно быть ни влечения, ни отречения, то есть не нужно ничего выкидывать и в то же время ни к чему привязываться. Таким образом, если вы чем-то обладаете, но правильно задействовали это, в этом нет проблем. Все необходимо задействовать в Бхагавата-севе. Тем не менее, если вы думая, что вы совершаете юкта-вайрагью, накапливаете деньги, вы тем самым разрушаете себя. Именно поэтому, прежде чем брать откуда-то деньги, вы должны понять источник, то есть чистый источник. К примеру, блудница. В прошлом теперь она решила совершать баджан. Все, что она заработала своим грязным трудом, она решила раздать Брахманам и Вайшнавам и пожертвовала в храм, чтобы найти деньги, устроили пир. Пригласили всех саду. Все это происходило в Говинда Мандире. Все приняли просад. Но все заплатили налог за это. То есть поплатились. Вайшнавы, которые принимали, то есть постель вайшнава настолько чиста, что она не считается оскверненной даже после того, как он на ней поспал. Он в любой момент может проснуться и начать повторять харинам или аник
на ней, потому что вайшнавы ведут очень чистый образ жизни. Но те, кто принимает прасад, кто принял прасад в тот день на грязные, то есть пожертвования от этой блудницы, они ночью осквернились. И потом они плакали, молились Говинде, почему такое произошло с нами. То есть они сокрушались. Там целая история есть. И на самом деле она описана в деталях. Говинда пришел к ним во сне. И сказал, я могу переварить даже огонь. Я могу переварить все, что угодно. Как вы помните лилу с огнем, когда Кришна выпил, проглотил, поглотил огонь. То есть если Бхагаван захочет, он сможет поглотить даже огонь. Но когда вы принимали прасад, те грехи, которые совершила та блудница, были разделены между вкушающими прасад. И она получила какое-то сукрити, то есть какое-то благо, взяв от каждого из вас, от результатов вашего баджана. А Харидас Такур ничего не взял у блудницы. Он только сказал ей, слушай Харинам. На протяжении 3 дней, если кто-то будет слушать 3 дня Харинам из уст Харидас Такура, что произойдет с этим человеком? Даже один Харинам из уст Харидас Такура может освободить. А тут блудница слушала на протяжении 3 дней. И благодаря этому слушанию она избавилась от всех анартх. Но та первая блудница, она не слушала харикатхи, она просто устроила пир на заработанные ей деньги. Если бы она прежде послушала чистого преданного харикатху, все было бы лучше, результаты были бы лучше. Она, помимо того, что устроила пир, еще купила украшения для божеств. Итак, многие могут проявлять вайрагию, но необходимо понять, что такое настоящая вайрагия, а что такое ложная. Старайтесь быть очень внимательны по отношению к деньгам, которые к вам приходят. Когда мне что-то предлагают, я прежде всего смотрю на человека, который приносит это, и я не всегда, далеко не всегда беру их. Иногда я говорю, оставь для себя, тебе нужнее. Один человек из Южной Калькутты хотел пожертвовать мне очень много риса. Дала. Он спрашивал, все, что вам нужно, я дам вам. Но я сказала, что я не могу от вас ничего принять, у меня все есть. Таким образом, вайрагия превращается в бхакти. Когда преданного есть вайрагия, он становится видья, то есть обладает трансцендентным видением. А когда у него нет вайраги, он становится авидья, невежественным. Как
как Прабхупад приказал Бона Госвами Махараджу одеться в первоклассный костюм и обувь, ботинки. И когда он надел это по наставлению Прабхупады, Прабхупад сказал, что сейчас ты достиг абсолютного отречения, это настоящее вайрагья. Потому что если бы он поехал на Запад проповедовать в своей обычной одежде, никто бы не стал его слушать. А то, что сделал Прабхупад, то, что он сказал сделать, то, что он сказал одеться в дорогие одежды, Бони Госвами Махараджу, это есть проявление настоящей вайрагьи. Таким образом, чистый преданный обладает могуществом разрушить ложное эго в любом преданном, в любом человеке, но обычный человек это сделать не может. Вспомните, когда Прабхупад рассказывает, что когда я впервые пришел к Гаурикшордас Бабджи Махараджу, он хотел отпнуть меня от себя. И тогда я понял, что все мое ложное эго разлетелось. Прежде я думал, что я из высшего класса семьи, я думал, что я замечательный пандит, замечательный ученый. Но как только Бабджи Махарадж одарил меня этим пинком, своим пинком, все мое многоэтажное ложное эго разрушилось. И после того, как это произошло, я задумался, что же теперь делать. Я начал думать, как принять его прибежище, как помочь себе, потому что сейчас я чувствую, что я беспомощен. Пока ложное эго, то есть пока у вас есть ложное эго, вы думаете, я могущественный, я сильный, у меня есть деньги, деньги моя опора. Но когда ложное эго уходит, вы ощущаете себя подобно нищему, попрошайке. Как вспомните историю Стриданди Саньяси, когда все члены семьи выгнали его, и общество... Люди все предали его, он остался ни с чем на улице. Или о Пингали мы говорили, о блуднице, когда она поняла, что ничто не приносит ей больше счастья, она приняла прибежище у Бхагавана. Она ощутила себя по-настоящему беспомощной. Таким образом, мы также должны почувствовать, что мы беспомощны, что мы слабы. Если вы приносите мне что-то, я не должен выбрасывать это. Если приносите цветы, я должен задействовать их в служении Кришне. Завтра я буду говорить о том, что Прабхупад задействовал даже пепел в служении. Это поразительно. Когда вы поймете тончайшую науку юкта вайрагии, вы станете великими преданными. Как Махапрабху говорит о благочестивой жене, она готова служить даже блуднице, которая удовлетворяет ее мужу, чтобы доставить удовольствие своему мужу. Благочестивая жена готова служить даже проститутке для того, чтобы удовлетворить желание своего мужа. На этой теме я должен на сегодня остановиться. Завтра мы продолжим. Замечательное помещение, замечательную асану. Я не должен отвергать. Я не должен
говорить, что я же отречённый, я должен в лесу жить и рассказывать харикатху, это не настоящая вайрагия. Я бы мог жить в одной всю жизнь раньше, когда я один, я ношу лишь одну каупину. Но когда я прихожу в общество людей, я одеваю одежды подобающие. Хотя я привык к одной лишь каупине. Но если, когда я прихожу в общество преданных, я одеваюсь как царь, одеваю дорогие одежды, потому что я хочу показать всем, что у меня нет никакого отречения. Для чего мне показывать всем, что я обладаю великим отречением? Так вот, если вы задействуете все, что у вас есть в служении Кришне, у вас не будет никаких проблем от вашего имущества. Наша Гуру Варга, Мадхава Госвами Махарадж, Шридхар Госвами Махарадж, Госвами Махарадж. Ходили даже в места развлечения людей, где люди пили и неприлично развлекались. Они ходили даже в такие грязные места для того, чтобы рассказывать харикатху. Вы можете себе такое представить? Их окружали грязные люди. А они из аристократических семей, на самом деле. И они ходили в грязные места для того, чтобы проповедовать. Они спрашивали разрешение, могли бы мы рассказать здесь харикатху? Им нехотя разрешали говорить на протяжении 20 минут. Шридхар Госвами Махарадж очень хорошо говорил по-английски. А Госвами Махарадж превосходный, Бон Госвами Махарадж, превосходный английский у него был. Мы не знаем нашу Гуру Варгу. Наш Бон Госвами Махарадж вообще за 6 месяцев выучил немецкий. И затем проповедовал уже на немецком, потому что немцы отказались слушать харикатху на английском. И ради них он выучил немецкий. У меня даже есть книга на немецком с его харикатхой. Мы из одной семьи, тем не менее, мы пренебрегаем вайшнавами. По сей день мы не осознали славы, могущества Гаудия Матха. А могущество Гаудия Матха — это преданные вайшнавы Гаудия Матха. Может быть, у вас есть деньги, но что вы будете с ними делать? Только пойти в ад? Что деньги дадут вам осознание? Я могу понять, когда человек говорит что-то просто, что он запомнил, но не основываясь на своих осознаниях. Но мы хотим слушать лишь то, что основано на осознаниях. Нам совершенно неинтересно слушать философию, сухую философию, замечательную философию. Лучше пойти к какому-нибудь философу и от него послушать. Прабхупад говорил о своих учениках, что они подобны мне, они как я, потому что он наделил их своим могуществом. Поэтому мы не должны пренебрегать ими. Бон Госвами Махарадж, Госвами Махарадж. Все они, у всех них была совершенная юкта вайраги. Они ни от чего не отрекались. Все, что к ним приходило, они использовали в служении Господу. Фаргу каттати.
Если вы увидите положение дел в нынешнем обществе, вы начнете плакать. Если вы увидите воочию, что происходит во всем мире, вы станете плакать. Все сосредоточены только на центрах цивилизации, на Нью-Йорке и так далее. Сейчас даже детей продают. Маленькую девочку продали родители. Каково положение дел в обществе? Даже животные в лесу, дикие животные, лучше, чем так называемые джентльмены нынешнего общества. Несравненно лучше. Таким образом, очень важно понять две эти шлоки. Благодаря им вы сможете понять вайрагью. Завтра мы продолжим говорить об этом. Сейчас мы должны перейти к парикраме. Итак, вчера я забыл сказать о Шрикунде. Она находится в Камьяване и наполнена лотосами. Очень красиво. Оттуда я, как правило, шел в Кадам Канди, где происходила превосходная лила Рады Говинды. И лила, связанная с Нагья Бабой. Там, кто бы ни совершал баджан, очень быстро становились ситхами. При условии, что баджан был истинный. Не так, что если кто-то говорит, что я совершал там баджан, теперь жертвуйте мне деньги, тут не об этом. Если вы придете туда и станете совершать там истинный баджан, вы увидите, как Бхагаван зовет вас к себе. Там настолько прекрасно, неописуемо прекрасно. Лес, цветы повсюду. С полной концентрацией необходимо идти дальше. По пути вам встретится много деревень. Следующая деревня — место рождения Судеви. Очень много деревень там. Спустя долгое большое расстояние вы придете в место явления Судеви и Рангадеви. Вы сможете подняться на холм, зайти к ним в храм. По пути также вы встретите место рождения Читры. Слышали о Читра-Саке? Кахела, деревня Кахела, там это место рождения Вишаки. Лалита родилась в Учагаоне. Постарайтесь посетить все деревни. From there,
Вы увидите деревню Тунгавидья Саке. Деревня называется Давара. Если Браджабхуми, святая земля Вриндавана, является нашей жизнью и душой, если Нанда-Нанда Шри Кришна, наша жизнь и душа, мы никогда не устанем во время парикрамы. В противном случае устанем. Идти долго, 20-25 километров. И вы придете в Учагаун. Он находится около Варшаны. Я забыл сказать о Алтапахаре. Когда вы пойдете от Кадамканди, нужно зайти в Алтапахаре. Там Кришна. Нанес на стопы Радхарани красный порошок. Он мастил ее голову кункумой. Очень значимое место. И затем нужно идти в Учагаун по извилистой дороге. По пути будет много значимых храмов. На самом деле, Учагаун, храм Лалиты Сакхи, находится на холме. Лалита Сакхи и Радхарани не отличны друг от друга, хотя это и разные личности. Если подниметесь на Учагаун, вы сможете увидеть оттуда всю Варшану. Открывается прекрасный вид. И правильнее будет спускаться с противоположного пути. Допустим, вы пришли с севера, нужно спускаться на юге. Есть несколько входов и выходов, потому что там, на выходе, вы сможете зайти к важный храм Дауджи Махараджа. Это очень старый храм. Там я всегда предлагал поклоны, получал даршан. И я знаю, там быстрый срез, быстрый путь. Как выйти на главную дорогу Варшаны. У храма Радхарани на Варшане очень много входов и лестниц. Так я поднимался на Варшану, как я уже рассказывал, сам Брама принял форму холма, чтобы лила Радхарани произошла на нем. На Варшане вы сможете увидеть божество Сурабхи. Нужно предложить поклоны, омыть водой. Там же есть лотосные стопы Радхарани. Но большинство людей об этом не знают, о том, что они там находятся. Оттуда вы пойдете в храм Радхарани. Храм очень большой.
Туда вмещаются тысячи преданных, которые вдохновением кричат «Рады, рады». Радхарани может даровать свой даршан при условии, что вы чистый преданный. Многие преданные получали ее даршан. Это были чистые преданные. К примеру, один мусульманин, история поразительная. Он был Браджаваси, и каждый день он приходил в храм Радхарани. В храм Радхарани могут прийти все, кто угодно, не как в храме Джаганнатха, пускают всех. Так вот, этот мусульманин Браджаваси играл на мриданге. Точнее, не мриданга, а особый инструмент во Врадже — дульки. Ну, что-то подобное мриданге. То есть каждый день он играл, а его маленькая дочь танцевала. Ежедневно. Я сам видел. Я смотрел, как она прекрасно танцует. Настолько красиво, как сама Радхарани. Я видел, как танцует Браджаваси. Когда Браджаваси звали меня, приглашали меня, я всегда принимал участие в их праздниках, в их собраниях. Я всегда приходил и как с родственниками с ними разговаривал. Они приходили всегда в определенное время после работы. Играл он также замечательно. Он пел и играл. Но постепенно эта девочка выросла. Я забыл, дочь то ли выдали замуж, то ли она оставила тело. Ну, в общем, этот мусульманин стал приходить один, и он плакал по дочери. Моя дочь оставила меня, теперь кто будет танцевать для тебя, Радхарани? И тогда Радхарани приняла форму этой девочки и стала танцевать. Таким образом, многие возвышенные, преданные получают даршан там, в Шримати Радхарани и Лалиты. Об этом произошедшем случае знают лишь местные. Итак, вы сможете предложить Радхарани фрукты или цветы. Даршан можно получить практически всегда. Преданные там часто танцуют, поют. Получив даршан, вы можете совершить парикраму 4 или 8 раз обойти храм. Парикрама не такая простая, там нужно спускаться и подниматься. Пожилым людям это сложно. Это будет сложно. То есть придется спускаться и подниматься по лестнице. Если сделаете 8 парикрам, таких будет хорошо. Затем вы можете получить даршан всей Варшаны, вид на которую открывается с храма. Когда вы будете смотреть, вам покажется, что это подобно сну, то есть настолько прекрасно. Так, как будто бы кто-то нарисовал это. Я смотрел, любовался видами со всех сторон.
Варшаны, повторял Харинам и восхищался. Все равно, что в раю. Затем холмистая дорога поведет вас к храму, я так думаю, Нимбарка Сампрадая. Его построил один царь. Храм очень дорогой. Имеется в виду, роскошно построен. Камень, из которого он построен, очень дорогой. Примерно ушло 18 лет на его строительство. То есть они хотели превзойти храм Радхарани в постройке этого храма. Это разгнило Радхарани, и она преподнесла ему урок. Там Бхагаван в образе Хамсы. Затем вы увидите четыре места, похожие на форды. А затем будет дом Вришабхану Махараджа. Бхангар. Дангар. Мангар, где Кришна и Радхарани танцевали в образах павлинов. Этих мест очень много. Когда выйти из этого большого храма, похожего на храм Радхарани, вы увидите озеро. Точнее, место, где Радха и Кришна совершали лилу, игру на качелях. В месте под названием Мангар Радхарани проявила свой гнев. Она никак не хотела согласиться с Кришной, была полностью абсолютно разгневана. И поэтому место называется Мангар. Храм построил человек преданный из Аллахабада. Он 40-50 лет провел во Врадже. Он построил там большой храм. И там, в этом месте, замечательное божество. И вокруг также есть много мест, которые необходимо посетить. Об этом мы поговорим завтра. Итак, постарайтесь усвоить все, о чем мы сегодня говорили.